Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Папой Римским Франциском пропаганду ЛГБТ на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Как передает ТРТ Хабер, об этом он заявил на встрече с представителями правящей партии «Справедливости и развития» от провинции в Анкаре. Эрдоган назвал позорной постановку, пародирующую «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которая была представлена на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. «Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил меня на Олимпиаду, однако моя 13-летняя внучка отговорила меня ехать туда. Мероприятие, которое должно объединять людей, открылось враждебностью к человеческим ценностям. Я позвоню Папе Римскому при первой возможности, чтобы обсудить это проявление неуважения ко всему христианскому миру. Запад превратился в заложника ЛГБТ. Если они не могут что-то сказать, то скажем мы», — заключил турецкий лидер.